Школам с военной спецификой в России придадут особый юридический статус, сообщает «Коммерсант». Данный законопроект уже подготовлен. В соответствии с ним главная цель кадетского образования – формирование нового слоя государственных служащих, которые в силу своего воспитания и обучения способны и готовы патриотично, профессионально и ответственно управлять страной. На сегодняшний день в России насчитывается 194 кадетских образовательных учреждения. Учатся в них около 50 тысяч человек. Причем такой тип образования всегда пользовался спросом у россиян.